На сцене десятки горящих, одухотворенных глаз, которые одной искрой своей увлеченности способны разжигать пламя в сердцах и умах своих учеников и воспитанников. Поддержать участников конкурса «Педагог года 2023» пришли коллеги, родные и первые лица округа. Мы со своей стороны будем стараться создавать новую материально-техническую базу, без нее никуда, для того, чтобы нашим молодым специалистам хотелось работать в городском округе Мытищи, было интересно в городском округе Мытищи, и чтобы наши дети не уходили в Москву, а говорили: самые лучшие знания я могу получить только здесь, в наших любимых Мытищах. Зонт, синий платье и белый воротничок. На сцене сразу 7 дам в образе Мэри Поппинс. Это воспитатели нашего округа. Они, как и легендарная Мэри, могут создавать приключения из ничего. Главное – любить детей и проявлять фантазию. Уверена победительница в номинации «Лучший воспитатель года» Ирина Бирюкова. Свой успех она разделит со всем коллективом. Готовился весь коллектив помогал. Прорабатывали, репетировали, тренировались с детьми. Ну, делали все для того, чтобы победить. Дебют в конкурсе стал успешным и для учителя начальных классов Ольги Васильевой. Она одержала уверенную победу в номинации «Самый классный классный». Каждый участник был достоин этой награды, потому что это действительно большой шаг участия в этом конкурсе. Это большая подготовка. Это большое количество времени для того, чтобы придумать что-то новое и интересное, и удивить жюри, и показать свой талант. Победители отмечают, какой был теплый прием со стороны зрителей. Яркие плакаты со словами поддержки и бурные аплодисменты звучали не только своим коллегам, но и всем участникам конкурса. Когда мы репетировали и в зале не было никого, конечно, не чувствовался весь этот драйв, а когда есть отдача, глаза, да, людей, которых мы видели, конечно, это очень здорово. Елизавета Усанова, победительница в номинации «Педагогический этюд», призналась, что сама когда-то полюбила уроки английского благодаря талантливому педагогу. И сегодня она стремится быть похожей на своего кумира во всем. И в завершении самого масштабного события в сфере педагогики объявили «Учителя года 2023». Обладателем почетного звания стала учитель русского языка и литературы в 33-й гимназии Татьяна Бахарева. Я почувствовала невероятную радость, но в то же время поняла, что на мне лежит огромная ответственность представлять наш округ уже на регионе. Пожелаем удачи лучшему учителю нашего городского округа. И напомним, что 2023 год объявлен годом педагога и наставника. Ведь именно учителя и воспитатели открывают детям путь к познанию и развитию, достижениям и открытиям.